отметим, что остается чуть больше минуты до старта этого самого второго этапа, долгожданного и, конечно же, неповторимого. Объявляем наши соревнования открытыми. Участникам давайте пожелаем удачи и под ваши аплодисменты проводим их. Готовится к топ-16. Заезд, точнее. Все так круто. Возможно, в оперативном режиме будет сделать. Получим сейчас новости и сообщения из техпарка. Но жалко, конечно, да, такого красавца. Судя по всему, еще что-то разлилось. Да. Thank you.
секундах. В таком режиме Константин Горчаков заканчивал дальше первый заезд. И в таком же режиме он и продолжает второй. Что-то видать критическое такое случилось. Тут, да. Тут все понятно, что что-то в техническом плане идет сейчас у... Oh!
Александр Первый, Павел догоняет.